Я со своей стороны хотел поблагодарить вас, потому что важно не только делать свою работу, своевременно получить благодарность, тем более вот такие чудесные цветы. Городская многопрофильная больница номер 2 за периоды перепрофилирования пролечила более 16 тысяч пациентов. Сотрудники с честью выходили из сложившейся ситуации, выполняли свою работу. И, наверное, то, что правительство города, комитет по здравоохранению сделал акцент на нашей больнице, это тоже оценка труда сотрудников нашей больницы. И очень приятно о том, что это именно с голландской стороны сделано. Было время до коронавирусной эпохи, когда мы нередко посещали с визитами и обменивались делегациями с коллегами из Королевства Нидерланды. Поэтому мы с благодарностью принимаем данный визит. Спасибо вам большое.